Всем привет, друзья! Проект Дуйнова, мотор-колесо Дуйнова, соляр-групп. Не забиваем себе голову иностранными словами. Проще — проект Дуйнова. Вот так выглядит сайт. Главная страница — переводим, ставим русский язык. Вот недавно Индонезию добавили. Компания набирает обороты по популярности, потому что люди узнают. Люди вникают в тему, понимают, что это такое. Понимают, насколько это современно, насколько это как раз в тему по времени, и начинают заходить, интересоваться и инвестировать. Я узнал о проекте Дуйнова в начале зимы, но присматривался тоже, не сразу стал инвестировать. Начал инвестировать на четвертом этапе. Почему начал инвестировать на четвертом этапе? Что меня привлекло в компании? Во-первых, меня тронуло, конечно, непосредственно лидер. То есть это сам Дуйнов. Вот здесь на главной странице вы можете увидеть этого человека. Сам Дуйнов, конечно, неординарная личность. Мужчина занимается развитием технологии 20 с лишним лет. Прошел огонь, воду, медные трубы. Ну и, во-вторых, он мой земляк, он живет недалеко от меня, в Зеленограде. Да, вот недавно офис открыли в Химках. И вот, когда я слышал, как он говорит, какие задачи, какие цели он перед собой ставит, и видел, как компания начинает раскрываться, как компания начинает развиваться, точнее, ну, проект этот начинает развиваться, И когда для меня достаточно было уже и фактов, и мотивация была достаточно серьезная, вот, я решил на четвертом этапе зайти в проект. Так, вот зайдем в проект. Вот так выглядит главная страница сайта. Ну и, конечно, Дуйнов не как личность, с колоссальной энергетикой его команда и их дела, о людях судят по поступкам. Мотивировали меня, но еще мотивация такова, что я могу сейчас стать совладельцем этой компании, участвуя в проекте Дуйнова. А именно, я могу приобрести доли в компании-акции вот-вот по таким вот ценам, друзья. $500 минимальная инвестиция, но все опять же делается для людей. Понятно, что $500 это достаточно крупная сумма для обычного простого человека. И поэтому Дуйнов позволяет компании это сделать в течение 10 месяцев в рассрочку. Но аж $50, конечно, это может позволить себе оплатить каждый любой нормальный работающий человек, мужчина. Ну, не только мужчина. И вот, приобретая эти доли, вы становитесь совладельцем компании. Вот такое количество акций можно сейчас приобрести в рассрочку, выплачивая $50 в месяц. И в дальнейшем, друзья, вы будете получать дивиденды. Вот она моя мотивация. Я хочу в будущем получать стабильный доход. Понимаете, не надеяться на дядю Васю, на наше правительство, на пустые обещания, понимаете, что там будет вам пенсии, будет вам сладко, и, ага, ничего сладкого не будет, пока сам о себе не позаботишься. Я хочу в будущем, когда проект достигнет, пройдет все этапы своего развития, получать дивиденды на то количество акций, которые я приобрету. А я приобрел пакет $2000 в рассрочку, по $100 я выплачиваю каждый месяц, и вам советую, посидите, подумайте. Инвестировать надо так, чтобы не вытаскивать, не в ущерб своему семейному кошельку, скажем так. Вот для меня безболезненно $100 в месяц выплачивать. Поэтому я приобрел вот этот пакет. Я сначала зашел на четвертом этапе, приобрел пакет по $500, проплачивал. Потом видел, как компания развивается, и увеличил свой вклад вот на эту сумму. То же самое сделали несколько моих партнеров, которые здесь зарегистрировались. Ну, что я могу сказать? Молодцы, люди думают о своем будущем.
А будущей компании я вижу, ну, например, как вам сказать, в ближайшие года три, что будет все хорошо. А почему именно хорошо? Потому что, например, сейчас, кто не знает, вышли новые требования к электродвигателям, к электромоторам, которые нас окружают везде в нашей жизни присутствуют. Начиная от насосов, от домашних пылесосов. Выходите на улицу, пожалуйста, метро, пожалуйста, троллейбусы, пожалуйста, поезда. Все кругом, куда ни ткни, электродвигатели. А требования к ним возросли. И сейчас многие предприятия хватаются за голову, и у них начинает закипать мозг, потому что надо срочно что-то делать. Надо переходить на электромоторы нового поколения, потому что предъявлены новые требования к электромоторам. Вот так вот, друзья. А проект Дуйнова этот вопрос решает. Поэтому я считаю, что у него очень большое будущее. Даже 10 таких компаний, если откроется, как проект Дуйнова, 10, 15, 20 компаний таких откроется, но Дуйнов пока один, единственный и первый, то даже всем этим 20 компаниям работы хватит на 1000 лет. Понимаете? А бензин уйдет в прошлое потихонечку. Для примера просто. Вот я вам покажу. Фаубан, Германия. Автомобилям въезд воспрещен. Германия самая автомобильная страна Европы. Поэтому удивительно, что именно здесь нашлось место такому городку. Помешанные на экологии и муниципальные власти ввели запрет на передвижение машин с обычными ДВС. В городе разрешено ездить только электромобилям и гибридам. Все остальные пешком и на велосипедах. Дальше идем. Остров Венгероге, Германия. На острове запрещено эксплуатировать автомобили с ДВС. Но если у вас Тесла или другой электромобиль, то можете смело загонять его на паром. И, наконец, Валаам. Остров, где передвигаются только на электромобилях. Так что, друзья, первое, да, ужесточены требования к электромобилям, раз. Во-вторых, видите, не только мы, те, которые поддерживают проект Дуйнова, которые инвестируют, которые рассказывают людям об этом проекте, не только мы стремимся к более чистому будущему, к нормальной экологии. Можете поискать в интернет достаточно информации. Люди постепенно начинают понимать, что за электромобилем будущее. А электромоторы окружают нас и в быту, и на улице, и везде. Поэтому я считаю направление деятельности этой компании проект Дуйнова очень-очень перспективным. Хочу в будущем получать реальный доход, не зависеть от государства и иметь нормальные дивиденды от проекта и спать спокойно. Моя мотивация проста. Ну, а вы думайте сами, решайте сами. У меня есть обзор по этому проекту. Зайдите ко мне на канал, посмотрите. Есть плейлист проект Дуйнова. И можете регистрироваться, поставить колокольчик. Я постоянно самые актуальные новости по проекту выкладываю на YouTube-канале. Вот, люди заходят, инвестируют, приглашают других людей, рассказывают. И только не так давно. Вот, люди увеличили свой пакет тоже до 2000 долларов. Видите? Вот, совсем недавно люди регистрировались. Да, вот, пожалуйста, вот еще человек кого-то пригласил. Вот, пожалуйста, люди зашли 22 числа. Вы можете просто зарегистрироваться, как сделал я в свое время в проекте. И я наблюдал за его развитием. А когда сочтете нужным, принять решение инвестировать или не инвестировать. Дело ваше. Вот, я оформил себе пакет на 2000 долларов. Следующий платеж у меня через 44 дня. Я заранее проплачиваю, чтобы Новый год провести спокойно и не отвлекаться.
Мои начисленные доли проплачены уже 120 тысяч. В разделе «Мои документы», перейдя по ссылке «Приложение к договору», я могу посмотреть все свои действия. И вот оформление начисленных долей. Могу вам продемонстрировать сертификат европейского стандарта. Вот так он выглядит. Вот 20 тысяч долей я оформлял и показывал в своем видеообзоре. Пожалуйста, регистрация в реестре, количество долей 20 тысяч, номер сертификата. Как говорится, мокрая подпись, еще не высохла. После регистрации не теряйтесь. Вот здесь в правом верхнем углу нажимаете, здесь профиль. Заходите, проходите верификацию, она достаточно проста. Вот, верифицируйте также номер своего телефона. И все, друзья, можете через раздел «Банкинг» заводить деньги. Платежных систем там достаточно. Посмотрите мои предыдущие обзоры. И в разделе «Инвестировать» оформлять, если есть желание, приобретать доли в компании «Проект Дуйнова». Более полную информацию вы можете посмотреть, то новичок. Через 2 дня будет вебинар, видите? Регистрируйтесь. Вам либо по телефону приходит уведомление, либо на почту после регистрации. Если какие-то вопросы у вас есть, вот в разделе «Помощь» можете найти ответы на вопросы. Либо, если там не нашли, пишите в техподдержку, вам с удовольствием помогут, либо звоните с сайта. Главное, чтобы у вас микрофон работал на компьютере. Общайтесь, ребята с кулл-центра вам с удовольствием помогут. Ну что, друзья, когда я познакомился с проектом, как о нем узнал, я вам рассказал. Почему и что привлекло меня в этом проекте, я вам рассказал. Могу добавить, что такие личности, как Дуйнов, рождаются раз в столетие. Почему я стал инвестировать в проекты, я вам тоже рассказал. Я хочу в будущем не зависеть от нашего доброго государства. Я хочу самостоятельно сделать свое будущее и получать дивиденды от этого проекта, который сейчас финансирую, которому помогаю в развитии. И вы можете также внести посильную помощь свою, проинвестировав в проект, приобретая акции, станьте совладельцами и будете, используя такую возможность, и будете в будущем также получать дивиденды с проекта. И, конечно, нельзя не отметить, что к Дуйнову приступали, конечно, предложение и продать компанию, продать идеи, но человек, видите, я говорю, прошел огонь и воду, медные трубы. Он решил, что эта российская разработка должна остаться на территории России. Он не пошел на сделку с совестью. Ну и в конце, что я могу сказать? Всем своим партнерам, а их у меня уже достаточное количество, хочу передать привет. Хочу поздравить их с тем, что они инвестируют в этот проект. А, кстати, ребята, смотрите, партнеры у меня с Украины, с Казахстана, с Белоруссии. Вот, Белоруссия, Германия, Украина, Россия. Я вам говорил, да, что люди... Литва, пожалуйста. Россия. Перу. Бог мой, я даже и не заметил это. Ну, пока вот человек думает. Всем передаю привет. И, конечно, проекту желаю дальнейшего такого же успешного развития. А проект развивается с опережением графика, потому что 6-й этап мы перескочили, друзья. Цели, поставленные для 6-го этапа, были достигнуты. И поэтому проект перешел сразу на 7-й этап. Всего проект рассчитан на 3 года, на 20 этапов развития. Сейчас мы находимся на 7-м этапе. Ну и пожелать, конечно, здоровья, в первую очередь, самому Дуйнову, самому генеральному и успехов всей его команде. Ссылку на регистрацию оставлю под этим видео. Друзья, заходите, знакомьтесь, думайте, решайте, принимайте решения. Кому интересно, кому интересно, не интересно, проходите мимо. Все, всем удачи, друзья, до следующих публикаций. Ну и в заключение хочу поставить вам ролик презентационный на главной странице сайта. Это уже пройдено, это уже прошлое, но для поверхностного ознакомления посмотрите, не повредит. Все, друзья, удачи всем!
Ну что скажешь, в целом эта модель оставляет очень приятное впечатление, у нее реально классная динамика. Немножко еще надо привыкнуть к управляемости и, может быть, добавить пару опций, чтобы за рулем не было так холодно. Но учитывая, что вся эта история полностью отечественная, эмоции сугубо позитивные. Нет, мы не сошли с ума, и это не Веловести, и даже не тест-драйв. Это сюжет про то, как крайне талантливые, если не сказать одаренные люди, делают удивительные вещи, которые, к сожалению, должного внимания, как правило, не получают. Это Евгений Дуюнов, а это электровелосипед, двигатель которого в теории позволяет развивать скорость до 250 км в час. На одном из развлекательных ресурсов в интернете про него писали, мол, в Якутии собрали чудо-велосипед с космическими характеристиками. На самом деле разгоняли его максимум до 100, пока что. Да и географически немножко ошиблись. Дело происходит в Зеленограде, в нескольких арендованных помещениях бывшего НИИ. Начали мы заниматься мотор-колесом 4 февраля 2015 года. Появилась идея реализовать наши наработки в товаре, который был бы доступен каждому потребителю. Потому что мы уже имели опыт создания приводов для электромобилей. Ну и постепенно сформировалось понимание того, что надо сделать то же самое для двухколесных транспортных средств. Совпадение в фамилиях не случайное. Дмитрий Александрович – отец Евгения. Изобретатель, разработчик, руководитель проектов. В общем, мозговой центр этой небольшой фирмы под названием АСПП. А синхронное мотор-колесо – это именно его рук и головы дело. Синхронные двигатели, они применяются везде в промышленности. Везде. Но в транспортных средствах ранее не делали. Почему? Во-первых, сдерживало отсутствие силовой электроники, с помощью которой можно было бы создавать из постоянного тока перемен. Это первая причина. Разберемся по порядку. Во-первых, что вообще такое асинхронный двигатель? Вот как он устроен вкратце. По обмоткам пускается ток. При переключении фаз поворачивается поле и поворачивается вектор магнитной индукции. У синхронной установки ротор поворачивается с той же частотой, что и результирующий вектор магнитного потока, создаваемый статором. В асинхронном двигателе ротор вращается медленнее, а вместо магнитов тяговый момент создается коротко замкнутыми витками. А теперь о второй причине, собственно, в которой и заключается инновация изобретателя. Дело в том, что все попытки сделать асинхронный мотор-колесо терпели неудачу, потому что двигатели со стандартными обмотками, они обладают низкими пусковыми моментами и низкой удельной мощностью. Мы же разработали новый тип обмотки, который позволил даже у стандартного двигателя при замене стандартных обмоток на наши получать высокие пусковые моменты, меньшие пусковые токи и высокий момент. Поэтому вот и родилась идея, что попробуйте на мотор-колесе. Без должной подготовки понять сложно, но объяснить попробуем. Существует два наиболее распространенных вида обмотки. По форме они напоминают треугольник и звезду. Собственно, так они и называются. Дуюнов и его коллеги решили эти два типа совместить. Получилась так называемая «славянка». Она-то, собственно, и позволяет получить характеристики электромагнитного мотора, которых ранее не было. Назначение у разработки самое широкое – от автомобилей до тяжелой военной техники. Такие двигатели энергоэффективны, долговечны и недороги в производстве. На четырехколесном транспорте технологию уже испытывали. Все прошло успешно. Настолько, что секрет инновации даже хотели украсть. Не мудрено. С обмотками Дмитрия Дуюнова характеристики двигателя превосходили последние разработки Теслы. Да еще и на какой машине все это было установлено. В Запорожье создавался Сергеем Вильчевсом с АТС. Он сделал Запорожец за один месяц. Взял, купил, сделал. И сделал его настолько удачно, что по дальности пробега, по скоростному режиму он смог выступить в пробеге Киев-Монте-Карло. Причем он шел, не уступая всем другим автомобилем. Мало того, он дошел до финиша, и несмотря на то, что два этапа было аннулировано, потому что там достаточно неплохие результаты он показал, и что он приезжал к назначенному месту, там не оказывалось зарядки, и вот он на одной зарядке проходил 640 километров.
А потом эту машину просто слегка протаранили во время стоянки. Надеялись, что чинить будут там, где обслуживаются остальные автомобили. То есть, где будут все условия для детального изучения и копирования технологии. Но на уловку ребят не попались. Все секреты благополучно увезли с собой домой. Еще бы! Для автопрома история более чем интересная. Помимо экономичности и долговечности, речь ведь идет о возможности построить автомобиль с 4 ведущими независимыми колесами, со всеми вытекающими преимуществами. Но мы вернемся к нашему велосипеду. Его привезли на выставку «Эко-неделя». Реакция посетителей была предсказуема. Такой двухколесный транспорт хотели бы многие. Интересовались, когда выйдет, где можно купить и сколько будет стоить. Да и в интернете потенциальные клиенты готовы приобрести такой хоть сегодня. Казалось бы, спрос есть. В чем тогда загвоздка? Говорить о серийном производстве, массовом производстве пока что сложно, потому что люди хотят, люди спрашивают. Но хочет ли промышленность этим заниматься? Те же самые производители велосипедов, те же производители двигателей. Где они? Но тем не менее, есть небольшие предприятия, есть все равно определенное количество промышленников, производственников, которые хотят. Задача очень простая – найти этих людей. Другими словами, сама инновация вопросов не вызывает. Даже как продавать велосипеды здесь прекрасно знают. И это при том, что компания занимается не транспортными средствами, а исключительно технологиями асинхронного двигателя. Просто пользоваться ими не спешат. И тут даже не столько экономические нюансы, сколько элементарная бюрократия. Противоречие в чем? Конструкторы могут, разработчики могут, но не хотят. Почему? Классовая борьба. Они говорят, зачем вот есть хозяин, мы ему принесем деньги, он с нами не поделится. Зачем мы за одну и ту же зарплату будем делать ту работу, которая отнимет у нас время и так далее, и так далее. А хозяин, он живет в другом измерении. Он на Олимпе, люди на Земле. Поэтому здесь возникает противоречие. Одни не хотят, другие не могут. Но, несмотря на это, велосипеды с технологиями Дмитрия Александровича все же должны появиться. И если так, разумно спросить, сколько все это будет стоить. Я могу говорить только о себестоимости. Судить. Но если я сейчас озвучу себестоимость, мне будет тяжело договариваться с теми, которые будут заниматься продажами. Одно можно сказать наверняка и однозначно, что это будет серьезно дешевле, чем с постоянными магнитами. Я думаю, до получения ответа на этот вопрос уже не так много времени осталось. И в ближайший месяц, я думаю, мы сможем озвучить эти цифры. Ну а пока переговоры идут и технологии не стоят на месте. Пускай подкованные в бизнесе, но все же в первую очередь это изобретатели. Сейчас, например, они занимаются созданием собственного контроллера, устройства-посредника между асинхронным двигателем и колесами. Разумеется, все за собственный счет, то самое микрофинансирование. А еще есть своя технология для производства более емких, эффективных и безопасных аккумуляторов. И еще десяток другой суперперспективных ноу-хау. Но это уже, наверное, другая история.